За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Ох, какой молодец. Восклицатель. Да. Прям по встречке, в наглую. Первое видео снял наш помощник Патрик. В микрорайоне Юбилейный белая Лада Гранта заставила всех понервничать. Водитель серьезно нарушил. Очевидцам оставалось только считать, какие именно пункты. Средь бела дня, в 2 часа. Такие, идите, исполняйте. Кренделя. Через двойную по встречной обочине на красную уехать налево. Что-то новое. Еще одного автохама снял регистратор Татьяны. Автоледи ехала в сторону проспекта Героев Отечества, но путь ей преградила тонированная Лада Приора. Лихач двигался по встречной полосе. Номер легковушки на ваших экранах. Александр Иванов просит автоинспекторов разобраться с хамством водителей автобусов. Мужчина снял общественный транспорт, который несется на запрещающий сигнал через мост Саратов-Энгельс. По реверсивке хреначит, офигеть вообще. Просто, супер, вот это нормально. М459АА. Отдыхающие и жители у побережья недоумевают, неужели ремонт территории сделали для водителей. На набережной Космонавтов сняли черный внедорожник Lexus. Водитель бросил джипы ресторана «Одесса». Это, кстати, в полномочиях дорожных полицейских. А вот наказать горожан за парковку на зеленой зоне патрульные не могут. Очень часто к нам присылают обращения и заявления о том, что припарковали на газоне автомобиль, например, долгое время стоит. А наши сотрудники осуществляют выезд на место, чтобы увидеть все обстоятельства произошедшего. И в этом случае, как правило, если мы проводим рейдовые мероприятия, мы их проводим совместно с управлением, вот этим, который занимается привлечением водителя, припарковавшего свои автомобили на зеленой зоне. Ну а ролики с нарушениями, что сняли телезрители, уже в ГИБДД. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.